Ну что ж, я дошла до обуви. Ну и здесь как бы обычный ассортимент, ставший уже трендовыми не первый год. Сандали вот такие вот, как они называются, дедушкины, или сандали моряка, морехода, рыбака. В общем, что-то такое. Сколько они стоят? $53, не так уж и много. Это бренд мне неизвестный. Ничего, кстати, такие, но они, это, конечно, не кожа. Потом классические шлепанцы, которые тоже уже много лет рулят. По 96. Это они из разных цветов. Голубые, белые, бежевые, с прозрачными перепонками, есть черными перепонками. Босоножки классические. Это одна компания. Как-то вот она называется вот так. Вот так она называется. Смотрите, какой интересный каблучок. И они сейчас на сейле за 45, были 70. Кстати, неплохие. Классическая такая босоножка. Каблук небольшой, вполне удобный и интересный. И такие же есть вот такой под змею. В том же цвете. Есть вот такие вот. Черные и оранжевого цвета, завязка, тоже на сейле за 84. Интересно, так правда, лето только началось, а летняя обувь уже во всем на сейле. Вот черные босоножки серебряные. Как-то бренд, я даже никогда не слышала, такой рейд какой-то, что-то знаю. Они тоже все на сейле и все недорогие, $46, а были 72. Ну, потому что это не кожа все. Но они такие довольно изящные, симпатичные. Вот из сиреневого цвета, есть белого. Кстати, я вижу, что маленький размер 6. Мне нужен 5, скорее всего. Но эти были 72, а сейчас 46. Вот с этими бантиками тоже. В моду вошли они. Эти не на сейле за 72. Только бантик такой, знаете, серебряный. Но сейчас такой стразов, но сейчас его лепят везде. Шлепанцы обычные, такие вот шлепанцы на каблуке, красивые вечерние босоножки со стразами, вот массивные босоноги, тоже очень трендовые, тоже на сейле за $48. Ну, это тренд сейчас, девочки. Не говорите, что фу, грубая, фу, некрасивая. Это такой сейчас тренд. Вот такие вот шлепанцы. Они, кстати, очень легкие. Вы знаете, они такие легкие, несмотря на такую невероятную массивность свою, но они очень-очень легкие. Так, 94. Джессика Симпсон. Помните, была такая певица? Вы, наверное, не помните. Вот эти. По 108, 135. Я думаю, что это кожа вот эта вот. Очень даже ничего, кстати, симпатичные вот такие шлепанцы, с такой красивой ажурной, такой из кожи сделано. Сделана такие перепонка. Ну, вот это тоже классика жанра в наше время. Очень, кстати, $52, видите, а стоили 69, дешевые. Пару раз надеть на какой-то ивент вполне даже можно. Вот это мне нравится. Вот это симпатичная босонога. Это Ральф Лорен. Выговорила наконец-то. $185 без распродажи. Очень симпатичные. Вот эти очень симпатичные на лето. Хороши. Так, здесь всякие шлепки. Ой, вот какая туфля. Я что-то сзади к ней подобралась. Посмотрите, какая. Ух ты. Блестит, переливается. А, Nine West. Это хороший бренд. Довольно удобные. Симпатичные за $90. Видите, они дорогие, но очень симпатичные. Так, здесь кроссовки. Вот на Nine West. Ну, это они что-то перемудрили, конечно, за 104. Ну, да, блестки, конечно. Кто сказал, что сейчас это не в моде? Сейчас это очень в моде. До сих пор, кстати, продается, видите, такая весенняя, осенняя обувь. И даже $255, даже не на сейле. Вот симпатичные замшевые ботинки. Кто готовится к осени, можно купить сейчас, если бы они еще были на распродаже. Или вот такие казаки, например.
Но они нет. А, вот эти, да, на распродаже 150, а стоили 250. Но это кожаная. Когда обувь кожаная, у нас вот такая вот она дорогущая. Босоножечки с цепями. Розовые бантики. Бантики, узелки. Опять здесь ботинки. Так, я еще смотрю летние, но я смотрю, что здесь... Очень много еще зимней обуви, вот такой прям зимний. Посмотрите, как много зимней обуви, разной всякой. Но нам она сейчас не интересна. Хотя вот сейчас самое время покупать 79. Самое время покупать обувь на зиму и на осень, как говорится, готовься, а не летом. Это очень правильная поговорка, потому что сейчас они на распродаже. Но это тоже вот это очень модные ботинки. Хорошенькие вот такие вот тоже с таким же каблучком за 87 долларов на распродаже. Так, здесь всякие шлепанцы. Ну вот это стиль Hermes. Все повторили много-много раз. Ну, обычные такие летние. Steve Madden, это не очень дорогая компания. Кстати, не так уж и много летней обуви, я смотрю. Еще очень много у них почему-то зимней обуви осталось, и они ее продолжают продавать. Видите, я вот смотрю, оглядываюсь вокруг, вижу ботинки, еще вон зимние. Эти всегда у нас круглый год продаются. Самые наши популярные, наша обувь в Канаде, вот такие вот боты. Это, кстати, Колумбия, очень хорошая компания. Вообще они очень хорошие, 90 долларов они сейчас носили, стоили 145. Вот сейчас самое время, девочки канадские, смотрите, Sorel, у них есть Hudson Bay, 120 долларов, это хорошая цена для такой обуви. Вот сейчас надо это покупать, потому что придет зима, внезапно нагрянет, как всегда, когда ее совсем не ждешь, как в той песне. И кинемся все, и будем покупать за 150, а не за 100. Что-то маленький сейл. Вот эти прямо мне нравятся, честно говоря. Вот вы сейчас удивитесь, да, но это обувь, которую нужно обязательно иметь. У меня есть целое видео на эту тему. 120 вместо 180. Что в Канаде такая обувь необходима, незаменима, и нужно иметь несколько пар такой обуви. Вот эти интересные. Ну ладно. Я, как всегда, со своим канадским этим, канадской зимой. Clarks. Очень удобная, очень... Видите, такие мягкое, очень мягкое, мягкое место, хотел сказать, там, где нога. Мягкое место, это не там. Кстати, очень удобные, тоже легкие, и тоже 77 долларов на сейле вместо 110. Так. Тапочки Акс. Это Акс. Или Уги. Вот такие вот, тоже на сейле за 114, стоили 135, они не дешевые. Есть вот такие вот с открытым носом, вы знаете, они такие удобные, вы знаете, просто вот, если вы самую удобную обувь выбирать, ничего нет удобнее вот такой вот пары мягеньких меховых сандалий, шлепок, или вот такие вот резиновые. Тоже тренд, между прочим. Да. Это не я придумала, это такие сейчас тренды. Так, летней обуви очень много, но есть много шляпенций всяких. Шляпенций. Шляпенции. Очёшки темные. Сумочки. Сумочки я обычно снимаю. Это, кстати, на сейле шляпы для зимы еще до сих пор у них есть. Сумки я обычно снимаю отдельным видео и не в этом магазине, потому что здесь сумок не так уж и много, выбор небольшой. Я, кстати, недавно снимала, помните, в другом Hudson Bay вот эти вот сумки от Guess. Если вы не видели этот влог, то я вам покажу его сейчас. Вот это мне очень понравилось. Смотрите, какая симпатичная. И они сейчас на сейле за 97 долларов. Я вообще хочу сказать, что я в последнее время как-то в сумке от Guess меня немножко радует, потому что одно время они прямо стали такие уж зашкварные, прям совсем не на что было смотреть. А сейчас я смотрю, что есть даже очень симпатичные. Я качество их не очень уважаю, потому что не только по моему опыту, но и по отзывам моих знакомых
сумки Guess вообще как бы не особенно носибельны, в том смысле, что они очень быстро портятся и приходят в негодность. Но внешне они стали намного более симпатичными, потому что раньше одно время они прям были совсем какие-то, ну, такие-никакие. 93. Но видите, цены такие не то, чтобы очень бюджетные. И такой прям явный закос под Prada, ну прям явный. Ну слушайте, можно же как-то немножко привнести что-то свое. Вот плетеная сумочка есть симпатичная. Вы знаете, что я, наверное, сумки запишу вам в следующий раз в другом магазине. Здесь не очень большой выбор, как я уже сказала. Поэтому я не хочу здесь особенно снимать много сумок. Fossil. Fossil — это тоже очень известная дорогая компания. $280 вот такая вот сумочка. Но она симпатичная, кстати, они кожаные. А хотя бы знаете, что я скажу? За оригинальность я им даю как бы 5 баллов. Потому что они не повторяют ни Prada, ни Gucci, ничего такого. Или вот такая, например, сумка за этот, за 429, ну и цены. Ну это кожа, да. Вот такая сумка, большая полукруглая сумка, интересная, с отделкой из тканей. Кожаные сумки, очень симпатичные. Очень. И есть такие же кошельки. Комплект можно купить. Все, дорогие мои, я на этом буду, наверное, с вами прощаться. Увидимся с вами в следующем видео, в следующем обзоре магазинов, украшений, винтажных, невинтажных, примерок. В общем, все, что мы любим, и все, что мы, девочки, всегда хотим смотреть и разглядывать. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем привет из магазина Hudson Bay. Bye-bye.